Я позвонил ребятам и говорю: пацаны, вам не нужно это самое, ну, стройматериал, товар, они занимаются стройкой там. Так. Вот он водитель, он приехал сюда на машине, он приехал. И, подождите, объясни, и потом мне говорит: ну, давайте куда-нибудь машину поставим. Ребята говорят, сейчас 3-4 дня деньги соберем и, короче, это самое, рассчитаемся за товар. Сколько? Сколько денег? Он дал бумаги, и надо было посмотреть, сколько там товар. Там 4 с лишним миллиона, он попросил оттуда 1,5 миллиона рублей.